Всем привет, друзья! Приехали за грибами. Первое место пусто, второе вон. Смотрите, какой подосик классный. Вот. Один. Ага. Вон второй стоит. Вон. Да, здоровые выросли. Видно, здесь не было никого. Ну, сейчас пройдемся, посмотрим. В этом ролике я вам также покажу. Мы ходили неделю назад, но нашли прям немножко грибов. И думали, что все, уже конец грибного сезона, что больше грибов не будет. Но вот у нас дожди прошли. Вроде как даже погода с нулевой поменялась на плюсовую. И мы снова поехали на грибную разведку сегодня, посмотреть, что осталось в лесу. Ну и как видите, два штучки уже нашли. Может быть, нам еще повезет. Найдем еще. Поэтому всем приятного просмотра. Ну а мы будем искать дальше грибы. О, друзья, еще один такой же. О. Слушайте, ножка-то какая. Такие они хорошие все-таки. О. О. Ничего себе. О. Вот это. Так тут ножка на полкило. 300. Тяжелый прям. Да, ножка вообще огонь. Да, большие идеальные грибы. И маленьких вообще не попадается. То есть, ну вот это третий, хотя как бы гриб, но маленьких мы вообще не видели еще. Только идешь, идешь, вот такой раз здоровый стоит. Ну, приятно, приятно. Уже три грибочка и считайте корзина. Листья не шуршат под ногами, потому что дождик был 2 дня назад. Не так уж и сухо. Сегодня опять дождь передают на 10 часов, поэтому надо по-быстрому пробежаться до дождя. Ну и плюс еще участок никто не отменял, там тоже дел куча. Ладно, побежим дальше искать. Давай. Где там еще? О. А он уже позеленел. Ничего. Ну снизу губка зеленая. Будешь вырезать? Да. Такая вот. Да это фигня. Ну хорошо. Два беленьких первых. Уже в кусты листья сбросили. Видно далеко.
Да, чернушки попадаются все равно. Уже чернушки переспелые такие стоят, прям уже все чернеют, загибаются шляпки. Уже отходят даже чернушки. А, вот смотри, сейчас посмотрите, что ну вот, видишь. Невнимательно ищем, друзья, невнимательно. О, да, небольшой прям. Вот еще один. Спрятался, так сказать. Нас. Опа. Вот. Две штучки есть. Народ тоже проехал там дальше. Мы хотели в одно место заехать. Там уже машина стоит. Решили, что не стоит оно того. Потому что сейчас грибы большие в основном все. Если человек один уже прошелся, то после него искать 1-2 гриба найдешь. Может, каких пропустили, и все. Поэтому развернулись, поехали по другим лесам. Ну вот, в очередной лес зашли. И уже 2 подосика есть. Все-таки почему-то у меня... не пропадает ощущение, что это уже, если не самое последнее, то одно из последних видео. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы YouTube хоть немножко продвинул видео. Чернушечки. Видите, уже какие. Очередная находка, которую видно издалека. Ой, а ножка твердая. Хороший, да. Отлично. Ну. Да. Заметил, похоже, гриб отсюда. Вон он там стоит. Идем, любуемся осенним лесом. Ну да, грибочек. То мы стояли, спорили, уж листик. Да нет, вроде грибочек. Вот такой вот маленький подосиновичек. Любуемся красотой осеннего леса, радуемся, что нет комаров, диких этих. В принципе, и паутины немного попадается, так скажем. То раньше идешь там через каждый метр в паутину, сейчас вроде ничего. Ну и грибы редко попадаются. Хочу вам просто показать подберезовичек, никем не найденный, черный, один, вот буквально чуть дальше, второй, они уже все свое отжили, ну просто вот попадаются иногда.
Смотрите, какой прикол. Куст. И здесь эти корни просто на весу. Вот такое расстояние. Вообще прикольно. Всем привет из Приморья. Я сегодня решила тоже сгонять за грибами. Ну, не одна, там подруга где-то идет. Вот. Сегодня 21 сентября. Так что вот мои первые находки. Видите, какие красавцы пропустили. После меня столько грибников было. Просто кошмар. Ой, тут вот они прям. Кто-то, видать, их сбил или что? Смотрите, какие. Ой, прям видно, что сбитые. Тройняшки. Вот еще такие красавцы. Вот. Вот, целая семейка прям. Вот, видишь, какие красивые. У нас очень сегодня холодно. В Хабаровске снег выпал. Сегодня новости смотрели. Вот смотрите, какая кучка. О, в первом же месте. Хотя вот после меня еще, вернее, передо мной прям машины много проехало. Грибов очень мало, практически вообще нет, не находим. Такой пузатик стоял. Постучала. Очень много попадается мухоморов. Прям очень много. Но рядом ни одного нормального гриба. Благородного нет. Чернушки. Я сегодня еще чернушки собираю. Пока они есть, это они уже все начинают перерастать. Уже большие становятся, сухие. Смотрите, какие мухоморы красивые. Уже такие большие. А благородных нет вообще. Вот тоже прям начинают только лазить. Итак, друзья, итог. Мы сегодняшней тихой охоты очень и очень мало грибов. Немножко чернушек насобирала на засолку. Когда приедем, еще не знаю. Возможно, может быть, выходные рано-рано утром, если только в часиков 6. Может быть, что-то еще побольше насобираем, потому что очень много людей, очень много грибников, больше, чем грибов. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши видео. Всем пока-пока! Всем привет! Мы снова приехали в лес. Погода у нас не радует. Хоть и солнце, но 1 градус тепла. Вон пар идет. Холодина неимоверная. Приехали уже в 3-е место. Нашли одного белого. И вот только встретился подосиновик. Единственный. Прошли уже пол леса. Грибов, похоже, нет, не растут они в такую погоду. В Хабаровске там уже снег выпал. У нас еще, слава богу, снега не было. Но, повторюсь, 1 градус, и, похоже, скоро нас ожидает тоже снежок. Ну, не знаю, удастся сегодня что-нибудь найти нормальное или нет. Посмотрим. Всем приятного просмотра.
Что получится, то получится. Вот еще один подосиночек. Маленький. Чернушки мы не собираем сегодня. Они нам уже не нужны. Но их попадается достаточно много. Мы уже себе насолили, нам хватит. Вот еще одна маленькая находочка. Там, конечно, попадаются редко-редко. Давай, срывай. Чё ж? Срывай ты. Срывай я. Ну, толстый, здоровый. О, еще маленький. Ага. Котенок. Ой, аж вываливается с рук. Перевешивает. Беленький. Небольшой. Уже возвращаемся к машине. Сейчас поедем. Еще в пару мест съездим. Что найдем, то найдем. Все вам покажем. Сейчас у нас, друзья, обилие вон мухоморов. Вон маленькие вылазят, большие стоят. Здесь вот, здесь. И увидели мы подосиновичка хорошего. Он стоит. Там рядом еще, да? Да, два их. Сейчас еще посмотрим. Вон чернушка. Опять же, чернушки рядом с мухоморами. Сейчас еще белого груздя посмотрим. Там в низинке. Не густо у нас тут. Пошли, да, пойдем, пройдем туда. Ну, пойдем, пройдем туда. Ой. Время 8. Уже оббежали все места практически. Везде пусто. Или грибники собрали, или уже погода не та. Вообще грибы очень-очень редко попадаются. Вот этот, наверное, первый гриб за полчаса ходьбы. Мы же вот там релку прошли. Оттуда. Сначала в ту сторону, потом вернулись обратно. Вообще ни одного грибочка не было. Вообще. Ну, кроме чернушек. Чернушки-то с завидной регулярностью попадаются. Но, как я вам уже говорил, мы их не собираем. Ну все, друзья, возвращаемся мы из очередного леса. Нашли только один старый белый, уже весь распустившийся. Вот такой вот у нас сегодня результат получился от нашего похода. Не знаю, будем еще ездить, нет. Грибов мало, грибников много. Посмотрим. Если погода будет, то, может быть, еще съездим разок, проверим наличие, так сказать, грибов. Ну, а вам спасибо за просмотр. Спасибо, что остаетесь с нами. Ждите новый сезон грибной, который, я так понимаю,
следующем году наступит где-то опять в июне. В любом случае уже первые грибочки пойдут, и мы поедем их снимать, собирать. Вот даже, видите, мы уже дошли даже до места, где белого нашли. Даже не стали брать. Мухоморы стоят. Вот беленький. Видите? Даже не стали срывать, потому что смысла нет. Ну все, друзья. Ждите рыбалку. Осеннюю, зимнюю. Обязательно поеду. Очень хочу на Харюза уже съездить, половить. И очень надеюсь, что скоро у меня это получится. Все. Пока-пока.